Всем привет! Сегодня решили обработать свой сад от разных вредителей и от болезней. Для обработки купили вот такой аппарат, очень удобный. Уже мы испробовали его в другом месте. 2,5 литра. Значит, развели некоторые препараты. И сейчас попробуем показать, как это все делается. Значит, немножко накачиваем. У нас здесь стоит форсунка, можно более распилять или делать струю. Значит, мы уже его настроили и вот попробуем. Очень удобная вещь. Потому что вот именно на груши красные муравьи просто вот все листья на краю уже начали свертываться. Так, ну что ж, давайте перейдем к другому дереву. Здесь у нас яблоня Golden Delicious. Обрабатываем тоже с двух сторон как минимум. От верха и до низу. Так, пройдемте дальше. Еще одна яблоня. Уже немножко побольше. Так, ну как видите, одной накачки нам достаточно вполне для большого объема работы. Потому как сам аппарат очень маленький. Вот еще делали ловушку от муравьев. Ну так скажем, некоторое время помогало, потом муравьи нашли себе обход. Надеюсь, что этот препарат поможет их защитить. Еще одна яблоня, тоже Golden Delicious. Уже в этом году начала интенсивный рост. В том году была посажена. Слабенько очень принималась. Видать, место не очень ей подходило. Ну все, идемте дальше. Из смородины тоже обработаем. Вот и все. Здесь, конечно, работы побольше. Я наверх пока лезть не буду. Я обработаю ее снизу. Так как я считаю, что все-таки большинство вредителей находится на нижних ветках. Еще одна молодая яблоня. В позапрошлом году я ее прищепил, значит, сразу три ростка маленьких, вот они такие были, по три почки. Ну и как видите, уже за 2 года эта яблоня поднялась. Значит, мы тоже ее обработаем, потому как первый год на ней было очень много тли и муравьев. Это у нас прищеплен слава победителю. Так, ну что ж, вот как видите, сколько мы сделали работы одной заправкой. Еще не знаю, возможно, хватит нам на куст красной смородины.
Осталось совсем немного, ну хоть немножко. Хоть немножко ее обработать. На красной смородине, если видно красные листики, это под ними находится тля. Очень много тли. Конечно, нам надо было с ней начать, вот как видите. Ну, я думаю, что мы сделаем заправку, это поправим уже без видео. Именно этот куст. Ну, а сейчас всем спасибо и до свидания. Вот такой аппарат, советую. Значит, вот, значит, здесь есть небольшой клапан для спуска воздуха, чтобы это все не откручивать. И еще раз форсунка, насос и кнопка. Все, воздух у нас уже спущен, так как практически она была пустая. Ну, на этом все. Спасибо за просмотр.